Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Сегодня мы продолжаем играть в Mass Effect 3. Ладно, давайте-ка сменим этот тупой дробовик. Мне не очень понравился. И испробуем новый скорпион. Давайте еще посмотрим, что у нас в арсенале. Хищник, скорпион. Так, чем они отличаются? Вес большой, урон, соответственно, большой. Так, ну а где наша... Ага, у нас есть хищник вот такой вот. Вместительность большая, урон маленький. В отличие от богомола. Нет, это я не хочу. Нет. Так, еще что у нас есть? Шершень есть. Так, еще есть у нас. Больше ничего нету. Ладно, давайте-ка оставим скорпиона. Какие у него модификации тут есть? Ручной анализатор увеличит урон ближнего боя. Не, не нужен нам этот. Бронебойная модификация для пистолета. Ага. Ладно. Так, повышает урон наносим выстрелом в голову. Вот это вот хорошая вещь. Так, и второй. На модуль какой бы прицепить ее. Вон, давайте точность увеличим. Вот так вот новый скорпиончик у нас. А, вот у нас Фестон. Что за Фестон? Ладно, давайте выберем Фестон. Вообще, с чего он... Зачем он нужен нам? Вместительность. Хо-хо. Совсем большая будет вместительность. Длинный слой увеличит наносимый урон на 15%. Мало. Это в ближнем бою, видать, да. Ну, давайте вместительность увеличим и... Что еще? Ближний бой, в принципе, нам не нужен. Ну ладно, прикольно выглядит. Посмотрим, что это за пушка вообще такая. Ладно. Прям увлекся. Давайте Лиаре что-нибудь выберем. Тоже скорпион. И шершень. Модификацию какую-нибудь поставим. Вот это. Так, нормально. Лиара у нас то же самое. Давайте, ладно, менять ее не будем особо ничего. Так, окей. Все. Так, зажигательный патрон, биотический заряд. Нет, это не надо. Новое. Криопатроны. Вот этот прикольный. Нет, длительные заморозки это, в принципе, не нужна такая штука. Зажигательные патроны. Что нам дает? Угу. Вот это хорошая вещь. Приобретем. Все, поехали. Эх, забыл я улучшить. Сьюзи. Сейчас мы улучшим. Улучшим это Сьюзи и Лиару. С двумя телками я еду. Ну, блин, прикольно. Nothing so far, Commander. If she's down there, she hasn't responded to our hails. Getting some strange signals, though. Give me a minute. The artifact she uncovered may have caused additional complications. Agreed. Take us in closer. Ну, у нас Copy that. Эх,
Куда мы летим? Непонятно. Зачем тоже? Не, We зачем lost мы him. понятно это? Take us in. Commander, on the landing platform. Ой-ой-ой, там целая война, что ли? That's her. Энна Брейн. Okay, let's get Охренеть, это что такое? Get us over there. Это что за хрень была? Офигеть. На такой скорости бы уже, наверное, все погибли. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Так, прикольно, прикольно пока это. Пушка новая моя. Пойдемте, девочки. Давайте улучшим их. 22 очка. Ого. Подпалить ему, подарить врагу ожогов и подпалить его броню. Ладно. Хорошо. Еще что ты можешь? Защитный мод троица. Усиливает броню защитным вихревым токами. Ладно, не надо. Отвлекает противников ложной целью. Неограниченный. Увеличивает урон умения. Уровень щитов. Реров и здоровье. Давайте все по одному улучшим. И спробуем, что у нас будет лучше. Ловушка. Тоже прикольная вещь. Что у нас перезагрузка еще делает? Скорость перезарядки, урон. Так, это особо не важно. Так, только скорость перезарядки, значит, да? Так, увеличим урон. В течение 8 секунд, кошмар. Давайте еще улучшим и... Ладно. Продолжить. Ай-яй-яй-яй. Пойдемте уж быстрее всех замочим. Подъемник. Какого фига? Что за подъемник? Почему от нас убегает? Ой-ой-ой, что там происходит? Пойдемте быстрее. Сюда. Опа, чем-то напоминает I'm Alive прям. Так, ниже уже не стоит спускаться. Мертвый чувак. Они здесь повсюду. О нет, каннибал. Нормальная пушка, мощная. Посмотрите, я его прям не почувствовал практически. Так, тихо. Фух, никто не пострадал, хорошо. Так, исполнение. Хорошо. Грабитель, продолжить. А-а-а, говнюки, а. Так, хорошо. Пойдемте. Что это за хрень там была? Подождите. А, это. Тарам-тарам-тарам. О, тихо-тихо-тихо-тихо. Их тут до хренища. И чё, мы куда, как пойдем дальше? Смотрите, время остановилось, а крылья у них мотаются, прикольно. Так, куда нам идти? Блин, я не понял, куда мне идти.
Тихо, кто нас стреляет? Ой-ой-ой. Прям кошмар какой-то. Блин, ребята, куда идти? Пойдемте-ка, ладно, назад. Что-нибудь там поищем. Я думаю, есть что-то полезное. Но вряд ли, конечно, что-то сзади может быть полезное. Ну ладно. Или мы по-другому отсюда пришли? Походу, да. Ага, все верно, иду. Нормально все. Так, сюда. Не, мы отсюда пришли, стойте. Так, отсюда я спрыгнул. Здесь мы находимся. Нам надо туда. И как нам туда попасть? Как-то сюда надо. А этот подъемник идет отсюда. Ага. Я, кажется, понял. Вот. Точно. Тупая башка. Ай, я думал, это не своя. Фух. Ты меня напугал, чувак. Я думал, это Лиара. Где мои телочки? Активировать мост. Пойдем, пойдем, пойдем. Дождаться мост. Мне нужно время, чтобы отремонтировать. Банши нет! Нет, только не банши! Не люблю банши. Они настолько противны, насколько это возможно вообще. Давайте испробуем новый скорпион. Ой, какого фига, он не такой клёвый, как казался. Давай, давай, быстрей. Тихо, пентилин. Нет, 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 не хочу умирать. Фак, даже пенициллин не помог. Какая-то банша ненормальная совсем. Фух. Все, соберись, акул. А, банши. Так, да ну нафиг эту тупую пушку. Давайте так сделаем. И включим огненные патроны. Нет, 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 не трогай. Не трогай ее. Вот сволочь, а. Ну, погибни, а. Ну, погибни ты. Давайте. Как она в меня попала? Нет. О нет. Что с этим делать? Она опять убила ее. Какого фига? Нет. Она идет ко мне. Я боюсь. Окей. Долбанные банши. Короче, план Б, ребята. У меня нет нормального оружия, не буду больше брать. Тупой скорпион. Плохая покупка. И убегаем нахер. Убегаем. Убегаем от банши. Убегаем от банши. Девчонки, извините, я бы убежал. Сюда! Шепард не унывает. Там его девчонок убивает, а он говорит сюда. Так, мы от банши убежали. Всех вас
Наебали. Ну ладно, пойдем. Дальше. Подъемник. Че, мы просто так от банши убежали, окей. Есть другой. Ну ладно, понятно. О, что это? Пистолет-пулемет. Да. Пойдемте-ка быстрее, девчонки. Главное, чтобы нам эта банша не попалась больше. Так как перепрыгнуть? Враги впереди. Так, мне нужен пенициллин срочно. О! А, это сволочь там. Ах ты, прям мне попало. Ух ты, вот это она точная. Еще пенициллин придется использовать. Долбаные гранаты, а. Что ж они такие умные стали, а? Нужен был... Зачем Гарроса надо было, блин, позвать? Ай-яй-яй. Гранаты. 250 штук. Так, давайте сменим на замораживающие патроны. Это, я думаю, намного лучше будет. Какого фига? Наконец-то. Все, идем дальше. Ой-ой-ой, ты живой. И мертвый. Не, основное оружие классное. Ничего, нечего сказать, нормально. Ничего тут не скажешь. Надо найти другой путь. Идем наверх. Так, где мои девчонки? Вот они. Hurry. О нет. Минус. Что за фигня была? Получай, говнюк. Так, куда дальше? Тихо! Не пугайте меня так. Ай! Клевые, клевые патроны. Блин, вот только бронированные плохо действуют на это. Давайте огненно лучше. Ах ты сволочь, тварь такая. Пенициллин. Погибай уже, а, сволочь такой. Отлично, все. Фу. Блин, ну и бой, не? Чем дальше проходишь игру, тем сложнее. Такое часто бывает.
Ай, ай! Ай, 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 ай. Ай-яй-яй. Пенициллин. Да не это фигню. Ты можешь использовать пенициллин? Все, отлично. Кто стрелял? А-а-а! Кто это? Тихо-тихо! Кто стрелял? О, не дай бог, эту тварь придется опять убивать. Не хочу, не хочу, не хочу. Подъемник! А, все нормально вроде, да. Я уж думал, тот подъемник, где банши. В укрытии не можешь спрятаться. Ёбанутый придурок. Все, соберись, тряпка, соберись. Давай, 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 давай. Не-не, Бойлс, не надо. Да. Вот сволочь, а? Это сборщик нас стрелял. Блин, я ему урон практически не наношу. Ох, сволочи. Подними их, Лиара. О, отлично. Давай в стазис. И вот так вот. Взорвали. А, как же у вас долго перезарядка, у меня даже патроны уже кончились. Тупая пукалка, блин, а. А, она не тупая, посмотрите, она, по-моему, взрывается, когда доходит до цели. Это очень даже прикольно. Пенициллин! Отлично, два пенициллина, уху! Прячься. Давай, подожги. Отлично. Справились. Скорпион неплохой так-то. А-а-а, хае. Отлично, идем дальше. Идем, идем мы дальше. Подъемник. Скорее сниму. Как мы к нему спустимся? А, вот так вот, идем. Давай быстрее, Шепард. Нам надо найти боеприпасы долбанные у нас. А, у нас появились они, нормально все. Пенициллин. Опыта и еще боеприпасы, еще какая-то хрень. 500 тысяч нам дали, нормально. И мы подъемник призываем. Все, едем. Эй, а девочки наши, ты успел посадить? Успел. Да. Хопкинс мертв. О нет, 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 Хопкинс, живи, пожалуйста. Да, он мертв. He tried to run. I told him not to, but he wanted to help the others. Where did everyone go? А где все? Жнецов было слишком много. I'm sorry, they didn't make it. Doctor, I need you to come with me. Oh God. Yes, of course. Ух ты, Лиара костюмчик прикольный я сделал. Was at another dig site when they attacked. I got back as quick as I could, but what's happening? Shepard, look. Смотри. Куда мне смотреть?
Ой, я не уверен, но мне кажется, что это связано с этим картинкой. Это Левифан? Левиафан? Да, мы так думаем. Они очень старые, намного старше. И он там, словно он управлял. Да, это уже поинтереснее. Надо узнать, что за Левифан. Мы еще и не сказали, что ее отец уже того. Not strange at all. Did you find anything? Not much, but I did learn something about the energy it generates. Get down. Вот Банши. Еще один артефакт. What are they doing? Только не Банши, нет, не хочу с Банши драться. They've activated. I've never managed anything. Doctor? They've learned too well. The darkness must not be breached. Shepard! Take it out! Got it! You okay? Cortez, we have Ann Bryson. Need a pickup. О, черт, а? Эта штука управляла нашей Энн Брайан. Okay. Yes. Блин, все равно придется с этим придурком сражаться. Нет, 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 нет. О, еще сборщика сбивать надо, ё-моё. Блин, почему он всегда меня целится, сволочь такая? А? Так, давайте поменяем на скорпиона, прицепим ему несколько патронов. Раз. Они, по-моему, постепенно взрываются, я так понял. То есть надо по одному стрелять патронов. Так, давайте какие-нибудь деформации. Действует? Нет? Не, не действует вообще. Отлично. Давай, давай, давай. Не, ну он погибнет, нет, сегодня. Все, ты меня бесишь. Бесишь! Отлично, минус. Сборщик уничтожил. Встретитесь с Кортезом. Окей, Кортез. Блин, как же Эшли жалко. Пойдем быстрее. Let's go, let's go, let's go. Отлично. Уходим нафиг. Хорошо, что никаких Банши нет. Ты все еще здесь? Надеюсь, когда мы вернемся в офис доктора Брайана, это Энн Брайан, она не станет опять зомби. Как-то мне не очень это понравилось. You okay? Yeah, Commander. I think so. I blacked out. Leviathan took control of you. Cut the connection before you got hurt. Leviathan itself? That's incredible. The Reapers seem as interested in it as we are. Yeah, it certainly seems that way. Да, похоже на то. We were hoping you could help us figure out why. First. Да, ужасная новость. Some bad news. Anne, please. Suppose Leviathan's broken away from the other Reapers, never went back to dark space, like a rogue, or even a defector. I have to call my father. He'll want to know. Anne, you need to listen to me, okay? Your father is dead.
I'm sorry. He's... what? Dead? He can't be dead. We met with him, hoping to find out what he knew. Something happened. Something happened? You're not the first to lose control. Your father's assistant. One minute he was fine, the next... drew a gun on your father. I couldn't stop him. Жалко, конечно. We have to find out what's behind it all. Да, даром дам. Ну что ж. I want to see his office. Да. We'll arrange for transportation. Meet you there. Печаль. Так, ну все, мы на корабле. Давайте-ка почитаем личные сообщения, что там. Не, никто ничего не писал. Ладно. Командор. Так, давайте вернемся. А, уже это время. Подошло уже у нас время. Давайте остановим. Ну что ж, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами был Акул, и подписывайтесь на мой канал, кто впервые, а я с вами прощаюсь, пока, скоро будет новая серия.